Тема нашего сегодняшнего фотомарафона посвящена Дню сыновей. И поэтому мы будем сейчас вам объявлять фотопобедителя, который прислал себя и своего любимого сыночка. Ну, объявляй уже. Светлана Ревуцкая сегодня побеждает. Вот, посмотрите на ее победное фото. Ура! Вот такой замечательный. Понятно, кто фотографировал. Светлана и фотографировала. Светлана и фотографировала, она автор фото, вот она и забирает все подарки. Вот, смотрите, вот теперь Светлану можно посмотреть, познакомиться с ней поближе. Светлана, еще раз вас поздравляю. Дорогие друзья, на этом все. Наш сегодняшний эфир подошел к своему завершению. Мы с Надеждой прощаемся с вами до следующей недели. Хотим вам пожелать удачи, ну и напомнить, что сегодня 22 ноября. Все меньше и меньше времени остается до Нового года. По-моему, уже пора задумываться о том, где и как. И самое главное, кому какие подарки подарить. Глеб, еще только 22 ноября. Скоро зима. Друзья, мы сегодня вам желаем хорошего настроения. Пусть у вас сегодня все задуманное исполнится, осуществится. И пусть у вас просто сегодня будет замечательный день. Пока. Пока. Если дышать вдвоем трудно, если мечту забыть лучше, если любовь уже дружба, и нежность пора навек из памяти удалить. Если идти одной легче, если обиды жить проще, если прощать уже нечем, может, пришла пора полголоса повторить. Я к тебе прилечу белым-белым снегом, за тобой с высоты.